Итак, дорогие мои, если вы не хотите получить инсульт, если вы хотите вечно быть молодыми, красивыми, с голливудской улыбкой, блестеть своими зубками, чистым и ароматно пахнущим ротиком, то это для вас. Итак, доброе утро, доброе утро. Доброе утро, дорогие мои, далекие и близкие, родные, любимые и подписчики, и все-все-все мои люди, которые меня смотрят. Сегодня я вам расскажу, как я начала утро, как я чищу зубы. Я чищу зубы просто пастой, как обычно. Вы все знаете, как чистить зубы. Но вторая часть более интересна. И то, что я вам сейчас открою, я решила вам открыть, потому что думаю, что немногие читают книги, и немногие увлекаются таким замечательным человеком, как Неумывакин Иван Павлович. Я опираюсь всегда не на какие-то там бабушкины рецепты или бабушки Агафьи какой-то, которая никогда в жизни не существовала, а я всегда опираюсь на профессоров либо на необычайнейших людей. Вот один из профессоров Неумывакин Иван Павлович – это мой обожаемый, это мой фаворит. Вот он, слава богу, жив и здоров, ему 86-87 лет, доктор медицинских наук, профессор действующей Академии наук. И вот я хочу вам сказать, я по нему уже, ну, может быть, года два чищу вот таким образом зубы. Значит, сейчас даю рецепт из книги специально, потому что я все беру из источников. Вот мой источник. Инсульт не грозит тем, кто ведет регулярный уход за зубами с помощью перекиси водорода, говорит профессор Неумывакин, и питьевой соды. Как я говорила вам, что я с содой дружу. Американские ученые, которые в течение 10 лет наблюдали за 20 тысячами пациентов, пришли к выводу, что это существенно снижает риск кровоизлияния в мозг. Рецепт такой. Вот я как раз на него и сфокусировала свою камеру. Это в 0,5 чайной ложки питьевой соды кинуть 5-6 капель перекиси водорода, размешать и нанести на марлевый или ватный тампон. Затем этим тампоном чистить зубы и слегка массировать десны в течение 4-5 минут. Эту процедуру надо делать утром после сна. Можно и вечером перед сном. Вот. Поэтому, как и профессор Неумывакин, так и я вот этим раствором дезинфицирую свои зубы, свою ротовую полость. Так что, дорогие мои и любимые мои, если вы этим будете пользоваться, то вам инсульт не грозит. Итак, с добрым утром!